Привет! В эфире передача «Пацанский взгляд» и непридуманные истории для тех, кто думает, что. Встречайте Колян. Привет, Колян. Привет. Присаживайся. Ну что, Колян, какие дела? Ну нормально, что вчера он себе телефон взял, Nokia Mobile 3310. Кстати, надо позвонить? Не, спасибо, Колян. А что мне для пацана, ничего не жалко? Ну ты же добрый. А у тебя номер какой? Да что, я не подключился еще? Что, думаю, пусть так будет, я же не мажор какой. Кстати, надо позвонить? Не, спасибо, Колян. Мне для пацана ведь ничего не жалко. А у меня тут пацаны пробили, будь то у тебя канители какие. Ну понял, еду вчера в трамвае, никогошеньки не трогаю. Но иду чисто символически битой по вагону размахиваю. И все уже понял, моя остановка, мне выходить. И тут чушок какой-то утырок, понял. Давай, говорит, свой телефон Nokia Mobile 3310. И я ему сразу ду! Что, даже забивать не стал? Как знаешь. Ты же, Колян, добрый. А у меня, прикинь, тоже история была. Еду такой в троллейбусе, ко мне кондуктор подходит и говорит: молодой человек, предъявите за проезд. Это надо мне такое сказать, а? Я ей говорю, тебе что, прямо здесь и предъявить, что ли, а? У меня, главное, понял, история есть. Ну, у меня, главное, понял, история есть, аутентичная. Еду, понял, вчера в трамвае, никогошеньки не трогаю. Но иду чисто символически битой по вагону размахиваю. И все, уже моя остановка, мне выходить. И тут чушок какой-то утырок, понял? Давай, говорит, свой телефон Nokia Mobile 3310. И я ему сразу ду! Что, даже добивать не стал? Как знаешь. Ну, история же аутентичная. Олеся, а ты 2 литра сока выпить сможешь? Не, Колян, не смогу. А я тебе говорю, сможешь? Колян, что началось опять? Колян, ну что ты, а? А сейчас, внимание, снимается рекламный ролик нового средства для эпиляции. Светочка, готова? Готова! Приготовились, камера, мотор, начали! О! Я открыла для себя новое средство для эпиляции. Оно очень просто в применении. Наклеиваем полоску на проблемный участок. Отрываем. Легко и удобно. Стоп, снято. Молодец. У нас, прикинь, Колян, в магазине такой игровой автомат поставили. Я туда, короче, пятак заталкиваю и выиграл кофе с молоком. Что творят, то и хотят. А сейчас, внимание, снимается рекламный ролик новой туши Max Factor. Светочка, готова? Готова. Приготовились, камера, мотор, начали. Один глаз я накрасила тушью Max Factor, а другой глаз тушью из магазина канцтоваров. А если нет никакой разницы? А нет, есть разница. Ой!